Я не был трезвым. Пьяным не скажу, что я был, но я был не трезвым. Возможно, это бы не произошло. Не было бы такой бравады. Не надо хвастаться ни перед кем пытаться. Перед девочками пытались хвастаться, тоже прыгать. Никто не знает, где там камушек лежит. Прыгают люди с мостов, это вообще самоубийца. Трезво смотреть на свои возможности, потому что и спортсмены тоже иногда тонут. Перестать себя жалеть, это точно. Не обижать родственников, потому что у меня это было. Ты просто привыкаешь к их уходу, начинаешь образно борзеть. И так у многих бывает. То есть мы как данное это воспринимаем, и как будто они нам должны, они нам ничего не должны. То есть не нужно их, в первую очередь, нужно ценить уход, труд родных и быть благодарным постоянно, а не принимать это как должное. Нельзя же сказать, что они обязаны это делать, правильно? А я это воспринимал как должное, я грубил, ну, я жалел себя. Я самый несчастный, а то, что у них на душе, может быть, даже тяжелее, я не задумывался. Не опускать руки, потому что человек может вот так вот с потенциалом восстановиться или полностью, а он может просто вот лежать и так и долежаться.